Соблюдают ли рынки Таразы санитарные требования, что показал очередной рейд по базарам областного центра? Носит ли народ маски, держит ли положенные дистанции? Не скупятся ли продавцы на санитайзеры? Наши корреспонденты, побывавшие на рынке Улуберике, расскажут подробнее. Мобильная группа, прибыв на Улуберике, обнаружила, что большинство покупателей ходит по рынку без масок или носит их, как правило, на подбородке. А ведь это место массового скопления людей. И именно здесь их надо носить как положено, плотно закрывая рот и нос. Не везде были установлены и санитайзеры. Пришлось вести разъяснительную работу с сотрудниками рынка, объясняя им очевидные вещи. Мы по мере своих возможностей и сил стараемся следить за порядком, чтобы люди не ходили без масок, правильно их использовали. Но в таком потоке людском особо и не уследишь за всеми. Около 1500 человек бывает на базаре. На входе наши сотрудники встречают их, проверяют температуру тепловизорами, наличие маски и так далее. При всем при этом не приходится говорить и об элементарном соблюдении социальной дистанции между покупателями. Не во всех торговых точках имеются и санитайзеры. И хотя на входе висит предупреждение о том, что без масок вход запрещен, на это мало кто обращает внимание. Причем как посетители рынка, так и сами продавцы. Членам мобильной группы пришлось на пальцах разъяснять, чем чревато такое пренебрежение к собственному здоровью и к здоровью окружающих. Подобные рейды мы проводим на постоянной основе не только на рынках и магазинах, но и в автобусах. Проводим рейды по кафе и ресторанам. Везде, где наблюдается массовое скопление людей, приходится много разъяснительной работы вести. Люди мало реагируют, как положено, к сожалению. Несмотря на слабую реакцию населения на замечания и разъяснения, подобные рейдовые проверки местные власти не намерены останавливать. Разъяснительные работы и проверки будут продолжаться. Кулеш Умурзакова, Султан Журабай, 77 News.